подвести итоги года и выбрать лучших. Во дворце единоборств в минувшие выходные прошли соревнования по боксу. 150 участников боролись за возможность стать членом сборной команды области. Подробнее в следующем сюжете. Иван Печальный занимается боксом 4 года. Но за это время юноша успел понять, что этот вид спорта – смысл его жизни. 40 из 50 боев, где он принимал участие, Ваня одержал победу. Но сегодняшний поединок принес поражение. Я приехал на 15. Эти региональные соревнования являются итогом прошедшего сезона. Именно здесь отбираются лучшие спортсмены, которые войдут в состав сборных команд Кировской области. Каждый год у нас идет рост наших спортсменов. Там, в этом году, например, у нас двое наших ребят, это Мельников Роман и Перминов Илья, добились результата мастера спорта России. Так что я считаю, что с каждым годом мы растем и надеемся, что будем продолжать расти. Всего соревнования собрали 150 участников со всей области. Бои велись в разных возрастных категориях. Профессиональный рост спортсменов в этом году отметил главный судья соревнований. По его мнению, несмотря на проблемы, в основном финансовые, развитие бокса в Кировской области не стоит на месте. И подготовка у юношей хорошая. Уровень, ну, посмотреть мальчишки, да, тренера готовят, что-то не получается, что-то у кого-то получается. Те ребята, которые боксируют уже по 2-3 года, да, техническое у них обеспечение нормальное, тактика, ребята грамотно боксируют. Так что здесь проблем нет, надо просто работать, работать и еще раз работать. Подобные соревнования проходят в Кирове ежегодно, а значит, в следующем году боксеры снова встретятся на ринге, чтобы определить лучших в этом виде спорта. Екатерина Зубарева, Николай Шахарбиев, Бюро новостей Давича.